Еще есть вопрос по путевкам в детские лагеря. Родители детей из Книжпогодского района пишут нам. В этом году дети участников специальной военной операции смогут бесплатно отдохнуть на море. Не отразится ли это на предоставлении путевок другим льготным категориям? Как я сказала уже ранее, для обеспечения отдыха и оздоровления детей, граждан, участвующих в военной операции, выделена дополнительная квота к той, которая ранее выделялась на обеспечение оздоровления отдыха детей республики. Поэтому не отразится никак это мероприятие на сокращение количества путевок.